Дамы и господа, наш экипаж готовится к взлету. Выключите, пожалуйста, все электронные приборы. Зачем? Что зачем? Зачем нам выключать наши электронные устройства? По причине помех навигационной системы самолета. Ну да. Итак, я продолжу. Как? Что как? Как они создают помехи самолету? Ну, вот так. Электронные устройства создают помехи связи самолета с диспетчерской во время взлета и приземления. А, ну догнал, смысл понятен, спасибо. Убедитесь, что спинки кресел находятся в вертикальном положении. Погоди-ка. Не, ну там про радио, шмадио, всякое понятно. Ну как мой Kindle-то может помешать? Хороший вопрос. Все электронные приборы имеют электромагнитное поле, которое создает помехи радиосвязи. Умница какая, все здорово так объяснила. Убедитесь, что столики впереди стоящих. Обожди-ка. Говори, что самолет за 90 миллионов долларов не может противостоять моему айподику за 40 баксов. Чё-то странно. Ага, странновастенько. Я чё-то запутался. Если это так опасно, то чё бы их просто не запретить проносить на борт? Ну как жидкости? Это чё получается, что я с моим Nintendo могу самолет захватить? Одни устройства опасны, другие чуть менее, но времени нет их все проверять. А чё тогда самолет моему телефону помехи не создает? Другие телефоны моему не мешают? А я никогда не выключаю телефоны, ничего? Ну да. Вы не можете... Эй, все! Все электронные устройства должны быть выключены. Я ж сердечный стимулятор свой не могу выключить. Не выключайте, пожалуйста. Сейчас вопросики полезут, как червячки. У меня тут калькулятор, у меня ручка. Магия управляет самолетом. Понятно? Никто не знает, почему нужно выключать ваши телефоны. Потому что никто не знает, как самолет летает. Какие-то два придурка 100 лет назад слепили хрень из картона и веревки и, сука, взлетели! И никто не врубает как! Тяга создает подъемную силу. Подъемная сила? Тяга? Нет! Ученые просто хотят, чтобы вы думали, что они что-то понимают. Но никто ничего не понимает! Мы просто мчимся сквозь пространство! На херобазе весом 30 тонн! На бог знает какой магии! А вы, мудилы, тут штокаете и какаете! Да эта жлыга в любой момент может поломаться, хер знает от чего! Так что выключите свои твиттераторы и фейсбукаторы всего на полчасика! Пока мы с серебристой молнией будем пронзать облака, подобно Аполлону! И просто, сука, читайте свои журнальчики! Понятно? Ну, так бы сразу сказала, теперь все понятно, нормально объяснила. Чего орать-то было? Эй, у меня сестра беременна!